приехали в Финикс, Аризона. Буквально через час мы вылетаем в Техас. И я хочу еще раз сказать большое-большое спасибо за ваши молитвы, за молитвы за Израиль, за еврейский народ. Прошу, чтобы мы молились за Финикс, потому что здесь находится по численности одна из больших общин или евреев. И примерно 14 место занимает в Америке Финикс с населением еврейского народа. Здесь находится штаб-квартира «Слушай Израиль» или «Еврейский голос» Джонатана Берниса. Shalom and welcome to Jewish Voice. И чувство такое, что мы находимся в Эрец Израиль. Все дома, территория, мы сейчас смотрим на долину солнца. Вокруг горы и в долине находится Финикс. Я, знаете, был впечатлен сегодняшним утром, увидев такое сходство между Израилем и Финиксом. Я подумал, что я честно нахожусь где-то в Эрец Израиль, и для меня большая привилегия молиться здесь, на крыше, у Эзры Ваткинса, Ваткина, да, как-то мы говорим всегда на него, дорогой Эзра. Я вижу, у него на крыше здесь остатки сукии, видно, праздник у него удался. Но мы молимся за него, за служение, слушай Израиль, за евреев, еврейские общины здесь, в Финиксе. И мы благодарны Богу за то, что мы смогли побывать здесь, в Финикс, Аризона. Спасибо за то, что вы молитесь вместе с нами за пробуждение среди еврейского народа. Yeah.